Каждый раз, когда Мелания спрашивает: «Мама, когда мы поедем домой?», я ее очень крепко обнимаю и говорю: «Очень скоро, дочь, очень скоро. Я не могу просто без нее вернуться домой». Полгода назад Мелания начала плохо ходить. Это МРТ показало, что у нее есть опухоль головного мозга. Это было очень ужасно, я очень плакала, я потеряла сознание. Мне было очень тяжело, что это мой ребенок. Зачем у Мелании это? Каждый раз после облучения она начинает рвать и теряет сознание, и она не дышит. И это очень страшно. Но она борется, она очень, очень молодец большой, она очень борец. Я не могу и не представляю жизнь без нее, без ее улыбки, без ее взгляда. Без ее ручек, которые гладят мои волосы. Она целует меня. Я без этого просто не смогу. Она очень маленькая, да, и по ней видно, что она устала от того уже. Мне очень страшно видеть это, что рак забирает жизнь моего ребенка. По чуть-чуть, каждый день, по чуть-чуть, он забирает жизнь у нее. До того, как Мелания заболела, она была очень активна девочка. Она играла, бегала. Она самое ценное, что у нас есть. Даже не представляю жизнь без Мелании. Она наше все, она наше счастье, радость. Я не смогу без нее жить. Нам говорили, если вы сейчас не оплатите, завтра у нее не будет химии. Она просто начнет умирать, если ей не делать эту химию и радиотерапию. Самое страшное в этой ситуации, что все зависит от денег. Ее здоровье и жизнь зависит от денег. Она еще маленькая, этого не понимает, но я же понимаю, что у меня нет этих денег. И остановить лечение для меня Мелании – это просто смертный приговор. Вы наш последний шанс, чтобы собрать эти деньги на ее лечение.